Синхронизейшн. Опа, блин, прости, дисклеймер. Всем привет, вы на канале Недохакер Лайт. Сегодня мы с вами скачаем и проверим читы на Valorant. Как всегда, заходим в браузер, тут у нас ютубчик, а это означает, что это рубрика Недохакеры. Рубрика, в которой мы проверяем, что нам оставили по ссылочке в описании. Может быть, там будут реальные читы, но скорее всего, это будут вирусы. А какие? Мы сегодня узнаем. Вопрос небольшой. Чувак на канале выкладывает ролики с читами Valorant. Но среди всех роликов есть ролик, как сделать стиллер. Это что, прикол такой? Даже не знаю, что нам скинули. Чего, подожди, 10 минут? А, я понял. У него ролик 1 минуту длится, а он еще 10, это 9 минут Valorant игры вставил. О, софтхаб, блин, прикольно выглядит. Мне нравится. Не знаю, откуда. Что-то очень похожее. Не могу вспомнить, откуда. Напишите в комментариях. Блин, я хочу запустить эту программку. Дальше смотреть видос нет смысла, потому что там он просто играет. Поэтому заходим на Google Drive и скачиваем его якобы читы. И проверим, что там на самом деле. Мы заходим в загрузочки, у нас есть чит. А еще что расскажешь? Окей, ну, как бы... У нас тоже приложение. Оно называется также 4722. Сколько весит у него? Почему-то наше приложение весит больше, чем его. Это SFX-архивчик. Чё думал, я не узнаю? Ой-ой-ой, SteamXe. Вау. Есть как бы приложение какое-то XE и SteamXe. У нас внутри два приложения. И одно из них, кстати, 4.8. Если его разархивировать, 4722. Как раз таки, как и его программка настоящая. То, что у него в ролике. Но вместе с ней какой-то файл SteamXe, который устанавливает сетап. Как мы видим, данный SFX-архив устанавливает Steam и вот эту программку должен был установить в папку temp. Окей, окей. Я играю по твоим правилам. Хорошо, хорошо, по твоим правилам. От имени администратора, кстати, запускается. У нас есть программка, которая будет следить, что произойдет при открытии вот этого SFX-архивчика. Находим его, нажимаем открыть. Ну и погнали посмотрим. Так. Сразу же вышла какая-то ошибка. Это лодер. Ёб твою мать, ты чё? Куда полетел? Ну, первоначально, сразу же давайте смотрим. Создан файл в папке temp. Апдата. Опа, процесс завершён. Так, блин, надо было, знаете, что сделать? Запустить ResMon и остановить данную программку. Какой-то Steam установился. Чё расскажешь еще? Причем Steam почему-то скрылся. Скрытые элементы. Я забыл, как называется. Кто-то из вас писал в комментариях, типа, можно сделать папку, которая будет системной, и она скрытой. Скрытой системой. В любом случае, смотрите-ка. Ой, смотрите-ка. Так. Сейчас зайдем вот в эту папочку. Chrome у нас autofill. Он поставил пароль? Ты хитрюга! Я хочу посмотреть свои эти временные файлы. У нас, как смотрите, сразу же появляется грабер, который сохраняет все настройки. Да, вот он с рабочего стола достал все мои файлы. Говнюк! Он посмотрел, какие ролики я буду проверять. Что еще есть интересного? SteamXe. Это самописный стиллер. Точно, скорее всего, точно такой же, как у него в ролике. Как он вот в другом ролике показывал. И ты немножко еще пока слабоват в этом. Эмонитор, программ, has been running. Я плохо шпехать по это, по то самое. Поэтому давайте воспользуемся интересным сервисом. В вашей системе нужна запущена программа мониторинга. Подожди, ты че, охренел? Вы поняли? Он не стал запускать... как его, вот сам чит, из-за того, что я нынсталом пользуюсь. Тебе не понравилось то, что я решил подглядеть, что там у меня украл? Ну ты говнюк, конечно. Больше я особо что-то интересного здесь не вижу. Я достану из твоего SFX-архива сам чит, и эту программку я сейчас отдельно запущу. Проверим. Это не SFX-архив, это, возможно, уже настоящий чит. Move loader to use. Заки... Базарузир... Базарузиру флешечку. Флешечку я сейчас воткну, и мне очень интересно, что произойдет. Флешечку я воткнул, а ты не забывай про хэштег «достань флешку», потому что я часто забываю про это. Хорошо, давай. Я здесь удалю два файлика текста, закину туда твою программку и запустим ее. Она реально рабочая? Он с реальными читами закинул нам еще и стиллер. Причем он ролик записал про этот стиллер. Меня это больше всего веселит. Не, это реальная программка, здесь можно зарегаться. Сейчас я ее не буду трогать. У нас очень много роликов сегодня. Поэтому, если вы хотите продолжение, потому что мы все не успеем сегодня проверить. 5000 лайков и 500 комментариев. И мы сделаем вторую часть данного ролика. А вот эту программку я оставлю и проверю на Boosty. Кто не знает, у нас есть Boosty. Мы туда грузим 2 ролика в неделю. Стараемся очень много. Огромное спасибо всем за
за поддержку, и мы вас, естественно, радуем эксклюзивным контентом. Я не хочу показывать читы на своем YouTube-канале, поэтому Boosty милости просим. Флешечка? Я достал. Хэштег достань флешку. Окей. Я не ожидал, что на первом же такое сразу интересно появится. А у нас, смотрите, сколько еще всего. Погнали проверять дальше. Ролики, которые начинаются с того, что отключи Windows Defender, априори не могут быть настоящими. Вау. Не, визуально прикольно. О, вот это эффекты, я понимаю. Если зайти на канал посмотреть. Ага. Сколько? Ах, короче, чувак специализировался на оборудовании, судя по всему, каким-то, ну, роутеры, какие-то маршрутизаторы. Потом начал какие-то шарм-шейхи ЕБД-27. Потом какой-то влог записал, футбол. И месяц назад решил поиграть с читами. Его взломали, загрузили ролик. Хорошо. Разархивируют. Блин, так-то 11-я винда красивая. Но она такая... плохая? Напишите в комментариях свое мнение о ней. Я пробовал, мне не понравилось. Блин, ну визуально прикольно. Конечно, не то, что мы увидели у первого недохайкера. Чуть конкурсанта не сказал. Так, подождите, мне не нравится, знаете что? У меня достаточно мощный компьютер, но постоянно происходят какие-то подгрузки. Вы видели, наверное, у курсора вот это синее кружочек. Там было приложение... Сука! Оно до сих пор работает, прикиньте? Вот оно, SteamXe! А расположение можно найти? Блин! Он до сих пор ворует мои данные! Это постоянный стилер, завершаем процесс. А давайте не, давайте заморозим. Кстати, огромное спасибо всем за интерактивчик. У нас никнеймы, если что, мы используем, которые вы пишете в комментариях, потому что, как нам кажется, и как уже показала практика, на Boosty есть видосик, где чувак взломал мой компьютер, закинул в ратник, и из-за того, что он увидел, что мой пользователь называется Недохакерс, он взломал меня и ко мне подключился. Поэтому мы используем другие никнеймы. Допустим, Абоба Амонгус, вот он комментарий. Чувак нам отправил. Большое спасибо. В следующем ролике мы имя пользователя возьмем из-под этого ролика, так что обязательно пишите свой комментарий. И вот это приложение, которое сейчас работает. Это опять-таки не SFX архив. Подробно смотрим. Какие-то даже Valve Corporation, ядрить. Он авторские права сделал. Красава. Но она работает до сих пор. Все, я его остановил и удалил. Потом надо будет обязательно проверить, может оно опять запустится. Вернемся к нашему второму недохакеру. Тут просто видосик, уже особо интересного нет ничего. Заходим на их сайт. А чё это другой сайт вообще? Тут вообще какой-то CV-хакс. CV-хакс, давайте зайдем. Нет такого. Не. Сайт, походу, удалили. Окей, окей. Ну, как вы понимаете, совершенно другой файл. 200 килобайт. Данный ролик набрал 20 тысяч просмотров. Вы просто вдумайтесь в это количество. Все эти DLL-ки, это папка, это все муляж. На самом деле здесь рабочий только сетап, который как раз-таки является вирусом. Это не SFX-архив. Хорошо, давайте запустим его и посмотрим, что там да на самом деле. Погнали. А Буба Амонгус запускает программу и ничего не происходит, да. Создал логи, user logs и исчез. Либо он проверяет то, что у меня есть наличие вот этой программки, которая не дает ему работать в полной мере, либо он уже все сделал. Но он какие-то логи сохранил, к сожалению, ничего интересного нет. Но мы идем дальше. У нас, смотрите, сколько еще впереди. Новый чит, недавно обновился. Если что-то, PC-хак. PC-хак, да-да. Я не помню, в каком-то ролике мы уже проверяли данный сайт. Ну, имеется в виду не данный сайт? Да, мы Genshin проверяли. Кто не в курсе, пару недель назад вышел ролик с проверкой читов на Genshin Impact. Именно там как раз-таки мне скинули ратник. У нас есть вторая часть, но вы, к сожалению, не смотрите ролик, не ставите лайки, поэтому мы не можем выложить вторую часть пока что. А на Boosty уже есть видосик с тем, как мне скинули ратник. Мы же сегодня пришли за Valorant, поэтому качаем его. Опять-таки эти арабские символы. Отключаем Windows Defender. Куда без этого? Блин. Ой-ой-ой-ой. У нас программка PC-хак, она открывается якобы. Блин, я ни разу не запустил ее. Чуваки, ну скиньте это, рабочую, пожалуйста. Это у нас не SFX-архив. Это не SFX-архив, опять-таки, это экзешка. И не вижу смысла ждать. Давайте запустим его лодер. А, нет, точно, меня же должен... Подожди. Блин, подожди, нет, я хотел тебе эту программку запустить. Закройся. Да. 6 июня. Они одну и ту же ссылку в конце вставляют. Собаки. Сейчас давайте найдем этот лодер, запустим его с помощью нашей программки и посмотрим, что происходит. Ни один из читов на их сайте не работает. Они все действуют одинаково. Запускаются, загружают стилеры и после этого выдает ошибку. Сдают процессы, вы че? Темпы, XML. Подожди. Ну, понятно. Да. Собака, ты какая? Драйв 1, драйв 2, драйв 3. О! VBS? VBS скрипт Steam? Он VBS скрипт сделал, это первый, который недохакер. Ой, что-то не получилось. Блин, какая-то ошибка, не понимаю, что произошло. Мы не останавливаемся, идем дальше. Так,
Еще один ролик. Password 2023. Даже сайт Google сделали. Ой, какие молодцы. И здесь чисто одна кнопка. Клик. Ну, клик. Медиафайр. Зипочка. Да-да-да. 160 мегабайт. Кстати, это не 700. А почему? У нас 2023, а ты вписываешь 2033, и у тебя все сработало. Не понял. Так, 2023. Не подху... Подожди. Подожди. 2033. Чел, ты гений, бро! Чел, я не знаю, как... А, стоп. А, реально, стоп. Пароль 2033. Бля, я видел 2023. Мне здесь показалось 2023 написано, потому что у него, видите, паспорт 2023. А здесь он переделал. Опять-таки, один сетап и куча файлов. Пусты. Нихера себе. Он скинул нам базу? Чел, спасибо! Вы поняли? Он нам скинул всю базу данных, что ли, свою? Администратор, вы посмотрите, email есть. Йопик, что-то там. GTA 5. Он что-то GTA 5 скачивал, дурак. True, false, что-то. Ну ладно, в этом я не разбираюсь. А помимо вот этих файлов, где акты Epic Games какие-то, куча всего, вообще пипец сколько. Так, давайте посмотрим. Серьезно. RDR 2 мод меню, да? Такое ощущение, что это какой-то не тоже, как я, ютубер, который проверяет читы. Аутофайлы, куки. А зачем ты скинул нам базу данных? Это вообще испанский какой-то. Бля, а что у него с монитором? У него 4:3 вот этот, который старый, знаете, вот этот квадратный. Так, скриншот. О, так, тут у нас уже красивше. Тикток есть. Лига легенд, Клиент Райт. Так, офишен, люмин. Серьезно, чел, кто на ютубе смотрит кряки программ. Ну ладно, я сам порой поглядываю, но я понимаю, что я скачиваю. Окей, мы сегодня пришли для проверок. Вот это оставлю на бусте. Блин, все, на бусте мы проверяем читы первого и посмотрим тогда все вот эти... А подожди, это одно и то же? Он реально, он взял одну папку со своей базы данных, залил их сюда и назвал по-разному. Окей, на бусте я посмотрю еще, что там есть интересного. А пока что давайте посмотрим дальше ролик. Ой, имеется в виду, дальше будем проверять. У нас есть сетап, это не SFX архив. Чувак точно так же получит скриншотик моего рабочего стола. Я хочу, знаешь, что сделать? Так, где? Я вот так даже пододвину, чтобы он все рассмотрел. Чувак делает скриншот 100%. Давайте запустим его программу. В комментариях напишите, что в следующий раз написать на экране. В таком случае. Нажимаем установить, следить. Погнали. Конхосты. А, я понял. Да. Программка не будет показывать нам. Процессы дальше не пошли, потому что он проверяет, запущена ли какая-то программка по этому. По анализу действий программы. Хорошо. Не-не-не. Я хочу ему отправить мое послание. Соси жопу. Откроем от имени администратора его программку. И ничего не трогаем. Так, скорее всего, оно уже все сделано, но я немножко еще подожду. Жалко, конечно, к сожалению, я не смогу сейчас зайти посмотреть, где он сделал скриншоты. Потому что, скорее всего, он уже это все удалил. Но скриншот соси жопа ему улетел. Но, в любом случае, мое послание ему дошло. Поэтому сейчас я верну обратно обои. Он хром закрыл, падла. Естественно, первым делом что? Отключаем Windows Defender. Кому он нужен вообще, ваш Windows Defender? О, скачать то-то. Почему другой файл? Ну, кстати, пока что нормально. 15.42. А у нас почему 45 мегабайт? Не понял. Почему наш файл весит намного больше? Ага, это смотрим. Это не SFX архивчик. Ну, давайте запустим данную программку, посмотрим, что произойдет. Готовы? Запускаем. Да, блин, тоже конхост, он проверяет, что работает, не работает. Ё-моё. Ну, так неинтересно, блин, чуваки. Ну, как мы видим, ничего особо интересного нет. Помимо того, что мы проверили 5 работ, у нас еще 8 работ. Часть из них пойдет на Boosty, часть из них пойдет на вторую часть, которую я прямо сейчас запишу. И как только вы наберете 5000 лайков, 500 комментариев, мы ее выпустим. Сразу же выложим вне очереди. А на этом мы сегодня заканчиваем. Я вам, как всегда, желаю хороших антивирусников, чтобы не ловить вирусы, как у меня. И до скорой встречи. Ведь ролики у нас выходят каждый вторник и пятницу, а по воскресеньям мы проводим стримы, на которые обязательно заходи.